Первая книга Паралипоменон, глава 25. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтерях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Из сыновей Асафа — Закур, Иосиф, Нефания и Ашерела, сыновья Асафа под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. От Идифуна, сыновья Идифуна, Гедария, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. От Емана, сыновья Емана, Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеремов, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамтиезер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиов. Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его, и дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя или Асафа, Идифуна и Емана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом всех знающих сие дело, 288. И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу для Иосифа, второй — Гедалии с братьями его и сыновьями его, их было 12. Третий — Закуру с сыновьями его и братьями его, их 12. Четвертый — Ицрию с сыновьями его и братьями его, их 12. Пятый — Нефании с сыновьями его и братьями его, их 12. Шестой — Буккии с сыновьями его и братьями его, их 12. Седьмой — Иесареле с сыновьями его и братьями его, их 12. Восьмой — Исаии с сыновьями его и братьями его, их 12. Девятый — Матфании с сыновьями его и братьями его, их 12. Десятый — Шемею с сыновьями его и братьями его, их 12. Одиннадцатый — Азариилу с сыновьями его и братьями его, их 12. Двенадцатый — Хашавии с сыновьями его и братьями его, их 12. Тринадцатый — Шуваилу с сыновьями его и братьями его, их 12. 14. Маттафии с сыновьями его и братьями его, их 12. 15. Иеремофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 16. Ханании с сыновьями его и братьями его, их 12. 17. Иошбекаше с сыновьями его и братьями его, их 12. 18. Ханани с сыновьями его и братьями его, их 12. 19. Маллофию с сыновьями его и братьями его, их 12. 20. Елиафи с сыновьями его и братьями его, их 12. 21. Гофиру с сыновьями его и братьями его, их 12. 22. Гиддалтию с сыновьями его и братьями его, их 12. 23. Махазиофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 24. Ромамтиезеру с сыновьями его и братьями его, их 12.